Помните что-нибудь смешное, например, как ваша подруга уронила мобильник в унитаз. Теперь бросьте двойной взгляд в сторону объекта и не отводите от него глаз. Расслабьте мышцы лица. Представьте, что не ели 2 недели и вдруг увидели тарелку с пельменями. Теперь представьте, что вам предложили воплотить в реальность все ваши самые грязные фантазии. Так, стоп, черт подери, не так же откровенно! Что за наигрыш? Еще раз! Застенчиво себе это надо представлять. Извращенец, черт возьми. Смотреть на собеседника, как провинившийся школьник, а потом немного улыбнуться. Вот. Вот это любовь с первого взгляда.